Ну и я эти посылки разбираю, все, и думаю, дома так я и акафист один прочитаю, другой прочитаю, а тут мне некогда, какие акафисты, пока посылки, пока в службе, как все, думаю, не молюсь. Батюшка подходит ко мне, так вот, он любил. Что такое молитва? Я растеряюсь, что ответить. Что такое молитва? Опять растеряюсь. Это возношение ума и сердца к Богу. Значит, не то, что ты акафист там учитаешь, а сама не знаю, где твое сердце было, ты только тараторила, так получается. Службы батюшки были очень, ну, такие благодатные, можно сказать. Литургию он начинал, перед литургией, на исповедь шли разрешительные молитвы. Если уж кого какие были такие особые грехи, он общий там читал: «Боже милости, буди нам грешным». Тогда они сами говорили, как я сама услышала, что слышу, говорит: «Ты вот помнишь, яичишко вчера съела, а какую жизнь ты прожила, ты помнишь?» В основном. Но на литургии пели сестры и паломники, а на милость мира выходили перед алтарем, те и другие вместе пели. Веруем, поемся церковью, придите, покоимся, поемся в церковью, отче наш, поемся в церковью. В общем, батюшка стремился, чтобы люди не просто стояли, а участвовали. И просил: рано не приходите. С ножки на ножку будете переставать, ноги жалел. Не вычитывал во время службы эти имена все. Никогда. Он читал только те имена, которые исповедовались, пришли на причастие. И все. А то, говорит, священники вычитывают, и люди стоят, утомленные. Угу. Ну что, литургия совершается за весь мир, мы молимся за всех. Мы будем причащаться все. Ну, конечно, все основное было за около чаши и воли Божией. Очень люблю детей. Однажды вот в этом храме он идет с хождением, а мальчик на ступеньках заснул. А он подходит и хотят его это убрать, распудить. А он запретил и говорит: «Сон этого ребенка дороже батюшки, чем ваши смертные, смрадные молитвы». Вот так. Как хотите, обижайтесь, не обижайтесь.